Друзья, приветствую. Александр из Минска прислал образцы масла Liqui Moly, Top Топтек 4100. Это 540. Это третье масло. Вот две баночки, свежая отработка. Сейчас я покажу вам описание. Так, баночки залеплены клеем. Пришлось повозиться, распечатывая, особенно свежее. Ну и вот само описание. Значит, автомобиль Авенсис дизельный условия эксплуатации, значит, в масло добавляется еще один процент двухтактного масла, распространенная такая история для облегчения работы, для увеличения службы топливной аппаратуры. Так, значит, данное масло я не проверял, но кто-то из зрителей подписчиков уже присылал мне свежий образец, и я создал эталон. Вот смотрите, значит, сравнивая. У этого эталона по сравнению с тем 90% чуть меньше противоизносной присадки, 7,7% щелочное и 1,58% кислотное. В эталоне 7,6% щелочное на одну десятую, очень похоже, и 1,55% кислотное, то есть 300 вообще, ну, в принципе, одно и то же, это минимальная погрешность. Вот единственный момент, что с противоизносной присадкой на 10% пониже. Ну, может быть, так положили или, не знаю, или, или так размешано было неоднородно. Но, тем не менее, есть что есть. Так, все, значит, это масло я проверил, сомнений у меня, по крайней мере, нет, что это тот же Ликвимоли. Ну и можно приступать. Вот Авенсис, значит, 2,2 дизель, 150 сил. Пробег на автомобиле 415 тысяч, отлично. Пробег на масле 8250 километров. К сожалению, нету моточасов э, средней скорости. Использовалась с февраля 21 по март 22 год. Ну и, как я уже говорил, добавлено 1% двухтактного масла и EGR отключен. Так, смотрите, практически уровень тот же остался 89% по противоизносной присадке. Но здесь возможно, что из топлива попадает небольшое количество. Поднарастает кислотная, скорее всего, это та противоизносная присадка, которая попадает из топлива. Она как бы дает такой показатель, кислотность растет. Ну и 5,7 щелочное, то есть оно в принципе низко, ну, мало падает опять же, 0,58 пассажи. Шикарный результат. Ну, и здесь не участвует, не вредит. Поэтому хорошие результаты и по пассаже, я считаю. То есть топливное в нормальном состоянии. Ну, пробег серьезный, больше 400 тысяч километров. Сейчас я покажу вам сравнение вязкости Так, закладываю, заложил свежее, отработка. Сейчас посмотрим, что с маслом произошло. Александр написал, что преимущественно э, городская эксплуатация. Ну, можно предположить там, что, не знаю, там 25, ну, максимум 30. Непонятно, какие условия. Даже в городе по-разному бывает. Ну, видите, да, есть некоторое разжижение. Да, видно, что это городская большая эксплуатация. Видимо, масло не, не полностью прогревается. Ну, можно, наверное, посчитать день 25, наверное километров в час средние. Вот так можете калькулятором просто прогноз даже пересчитать да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался колокольчик если хотите получать уведомления и сейчас я вам покажу прогноз прогноз как я уже говорил без моточасов без средней скорости чисто километраж вот по тем данным, которые получились, значит, мощи нейтрализующие свойства 13200, ну старой школы мотор, без ЕГР на хорошей солярке, то есть нормальной, да, и нитрование. Но это не так характерно для дизелей, как для бензина, там или особенно для автомобилей на ГБО, на газу 33. И видите, да, по вязкости тоже принципе, больше 20 тысяч. Ну, как я уже сказал, все это, естественно, влияет. Да, тут еще есть такой нюанс. Александр написал, что есть неисправность, из-за которой он ездит на оборотах, оборотах до 3100 оборотов. Вот, возможно, там это что-то с турбиной, я не знаю, связано с, с управлением турбиной. Вот. И это тоже, я думаю, что позитивно повлияло на ресурс масла. То есть нет таких напряженных и теплонагруженных режимов. Э, самых. Вот, поэтому, может быть, здесь тоже. Ну, если пересчитать на, значит, на, на 20 хотя бы 5 среднюю скорость, разделить на прогноз 13200, то получается в районе там 450 моточасов. Мм. часов отличный результат для. Ну, дизель, вы знаете, он холодный, он лучше относится к маслу. Плюс э, э, здесь, как я уже отмечал, EGR нету. Ну, такая вот картина получилась. И даже несмотря на такой серьезный пробег, в общем-то, все с маслом, я бы сказал, неплохо. Отлично отработала для c 3 да, кстати, в отработке там было 3 десятые гликоля. Возможно, что вот гликоль, что добавление масла двухтактного вот именно дает по гликолю вот такую погрешность. Я уже списывался с Александром и предположил это. Ну, это только как предположение. Я как бы гарантировать это не берусь. Вот такой получился тест. Благодарю Александра за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.